Попробую показать свой метод установки щеток при замене в генераторе автомобильном. Я посмотрел, как некоторые ребята делают, и мне показалось сложновато, потом там таких инструментов у меня нету. Вот одну я щетку установил, у меня четко получилось. Ну да, я думаю, и покажу и вам. Ну вот на второй раз уже так уже не получилось. Красиво. Уже сам делаю другую, вторую попытку. Теперь смотрим, сколько нам я этот вот другой, уже который поставил, слишком много его высунул. Надо чуть поглубже ставить, ибо он начинает там вертеться, крутиться. Словом, устанавливаем грубо на такую глубину, которую мы считаем, что хватает, и загибаем проводок. Отмечаем. Теперь вот опускаем пальцем до тех пор, пока к этому излому не подойдем. И вот с таким уже, с этой меткой, с такой установкой идем к паяльнику. Ну и все. В этом идея моя и заканчивается. Всем удачи!